Всем доброго времени суток, с вами канал Art Money, и сегодня у нас видеообзор на вот такой вот апельсиновый десерт. Магазин называется Confiture, но на баночке почему-то об этом ничего не сказано. Здесь у нас 330 грамм, купил его в Перекрестке со скидкой за 150 рублей. И давайте посмотрим состав. Здесь даже написано «произведено в Германии». То есть даже это германское. Представляете, к нам в Россию она приехала из Германии. Ну, такая видно, что она такая красивая. Здесь даже вот они кусочки апельсина, вернее, цедры апельсина плавают. Такое, я думаю, это должно быть что-то такое очень вкусное. А некоторые там, кстати, бывают без этих кусочков. Ну, поменьше их. Я взяла побольше. Вот. И давайте же ее откроем и уже попробуем, что же там. Опа! Хорошо было запаковано. Очень хорошо. Так она выглядит. По запаху апельсин и как будто пастила какая-то. Мягенькая такая она. Прозрачная. Давайте возьмем сразу тарелочку. У нас вот такая тарелочка. Сейчас мы ее положим сюда и будем на нее любоваться. А здесь, смотрите, не сразу закрывается, то есть вот эта вот ямка. То есть можно сказать, что она не жидкая. Больше, наверное, как желе, может быть, какое-то там. Вот. Да, здесь присутствуют кусочки. Кусочки цедры. Такая она довольно как будто маленькая, бугристенькая. Наверное, как раз и сам апельсинчик здесь. И давайте же попробуем. Она приторно-сладкая. И вкус апельсина больше чувствуется именно в кусочках цедры. Но он чувствуется совсем немножечко так вот, чуточку, где-то там вдали, вдали, вдали апельсинчик есть. А сама вот эта вот мякошка, честно, не чувствуется апельсина вообще. Вот держу во рту и понимаю, что вкуса нету. Есть только вот приторно-сладкое. И все. Вкуса апельсина вообще нету. Вот только вот, вот эти вот кусочки, да, есть, а остальное, знаете, как будто... Непонятная какая-то там мякоть безвкусная. Как будто ее взяли, знаете, положили в эту банку, положили эти вот кусочки, все вместе перемешали в надежде, что мякошка это возьмет в себя цедру апельсина, и все будет супер. Человеку понравится. Честно, не знаю, не стоит она 150 рублей, тем более со скидкой, там без скидки на рублей, наверное, 200-250, по-моему, 250 даже. Не знаю, мне кажется, рублей на 50 она стоит, но не больше. Давайте еще раз попробуем, может, не распробовала. Вкус апельсина, знаете, вот еле-еле заметный. Там, где-то там вдали. Вот еле-еле. После вкуса, знаете, вот на языке чувствуется, как вот когда съешь много апельсина, такое вот на языке какое-то ощущение такого цитрусового. Чуть-чуть есть, но приторно-сладкое, но это просто вот приторно-сладкое, оно все перебивает, весь вкус. Ну, блин, не знаю, зачем надо было настолько много сахара класть. И
Честно говоря, я готовила когда-то очень давно апельсиновое варенье. Я помню, оно было настолько бесподобным. Оно было вот, ну, то, что сама дома его сделала, да? Оно было настолько вкусным, что я просто всю банку съедала за раз. Оно было нереально вкусное. Там действительно, я помню, был вкус апельсина. То есть здесь, конечно, этого нет. Это совершенно что-то другое. Это больше, кстати, похоже на желе. Ну, по виду. Конфитюр, честно говоря, я не знаю, каким он должен быть. Мне казалось, что это должно быть что-то такое сверхъестественное. Честно говоря, слава богу, что я купила только одну банку, потому что там есть еще вкус, и там есть вкус инжира, который я тоже хотела купить. Вот, но я подумала, возьму апельсин. Апельсин все-таки я побольше люблю. Думаю, попробую, начну с него. Честно говоря, буду ли я покупать еще? Наверное, нет. Честно говоря, я еще взяла это все из-за баночки. Мне понравилась такая баночка. Вот, мне нужно что-то положить, там орешки. Да, кстати, честно, мне хочется еще туда положить размельченные грецкие орехи. Мне кажется, это будет, ну, повкуснее это будет. И, наверное, все-таки апельсина туда надо добавить побольше. Тогда там будет действительно еще вкуснее. Потому что, ну, то, что вот эти кусочки, ну, это мало все равно. Хотя я выбрала такую банку, где этих кусочков все-таки побольше. Есть там банки, где и поменьше. То есть, ну, короче, вы знаете теперь, что это приторно-сладкое. Хотя из Германии как-то мне даже не ожидалось. И на сегодня это все. И давайте, наверное, так, если наберется здесь 15 лайков под этим роликом, тогда мы вместе с вами приготовим варенье апельсиновое. Оно просто очень вкусное, оно бесподобное просто. Я думаю, вам понравится, любители апельсинчиков. Точно вам понравится. Давайте 15 лайков. Лайки, 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 лайки. 15 штук всего лишь, не так и много. И делаем с вами варенье. Как раз вот зимой делать такое варенье очень вкусно. Оно будет гораздо вкуснее, чем вот это вот. И всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, оставляйте отзыв свой под этим роликом. И всем пока-пока.